Хейо, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру под названием Quest Hunters. И, в принципе, мы, как я говорил, сначала, так, ладно, давайте я отхилюсь у костра. Мы отправляемся в мир, для чего нам нужна шапка цилиндрическая. Сейчас я быстренько все закину сюда. Чтобы оно не мешало. Яд я сразу продам. Привет. Продать. Ну слушайте, 21 защита, типа найти такой предмет, это довольно классно. Хотя мы потратили ключ. Нужно это тоже ввести в курс дела. Так, на голове у нас одет то, что мне надо. Хорошо. Стоять! Я тебя раньше не видел. Ты что, не видел белый цилиндр? Я новенький. Прибыл по обмену. И откуда же ты к нам прибыл? Из северного филиала, из южного филиала и западного филиала. Из южного. Ого, не знал, что у нас есть филиал. Да, расширяемся. Я прибыл обмениться опытом. Ты должен знать секретную фразу. Белые цилиндры — сила. Лава белому цилиндру. Белые цилиндры — вперед. Лава, ты можешь пройти. Походу, я должен был рандомить, либо у кого-то что-то расспрашивать, но... Повезло, повезло. Мы входим, ребят, с вами в секретное общество. Потом мы продолжим то, что находилось у нас в подвале. Жрец, кто ты и как ты прошел охрану? Я новенький, прибыл по обмену. Да ясно, у нас шпион. Зря ты сюда пришел. Мы принесем тебя в жертву великому богу белого цилиндра. А сначала вам придется меня убить. Стойте, я могу вам пригодиться. А это мысль. Ты пригодишься нам в одном деле. Ты отправишься на дно жуткого колодца и достанешь для нас одну вещичку. Жуткий колодец? Да, есть у нас один колодец. Из него постоянно слышны жуткие звуки. Ты отправишься на дно жуткого колодца и достанешь для нас одну вещицу. Что за штуковина? Ничего особенного. Одна из жрецов уронил в колодец свои зубы. Ты пойдешь и достанешь их оттуда. Где колодец? Найдешь колодец в южном тоннеле. Вот, держи веревку. Достанешь зубы, и, возможно, мы не принесем тебя в жертву великому цилиндру. Посмотрим, что мне дадут. Ну, я понимаю, что если их бы убивал, мне просто бы давали ключ. Спасибо. Как мне, да, вот повезло. Вот могу договориться ж. Понезло и бла-бла-бла. Как я понимаю, я могу теперь цилиндр поменять. Бить я пока что ничего не хочу здесь. Вот это я, походу, открыл проход. Опа. Я лопату видел. Не-не-не, я лопату... Или... А, это я сам на нее, походу, навел. Но от нее исходили эти... импульсы, как бы. Ну ладно. Матрешка? Фига себе. Ну ладно, нам сюда, как я понимаю.
Из темноты колодца веет холодом и жутью. Приближавшись, можно расслышать едва слышные звуки, доносящие их с глубины. Отойти... Использовать веревку. Ну чё, народ, поехали. Подземелье под колодцем. Ух, нихера себе. Это рандомно, да? Я думаю, здесь лучше сохраниться. Нет. А там тоже вот эта территория. Ядовитые. О, хорош. Сейчас они взорвут еще. Так, тогда буду их специально агри... Опа, опа. Мне нужен этот сундук. Мана здесь камней можно собрать. Бац, 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 бац. Надо вот как раз я говорю, что походить, посмотреть другие серебряные сундуки. И, блин, нужно смотреть за ключами, потом еще пособирать ключи. Снова в подземелье сходить. По этой же тактике, которую я вам рассказывал. Да уж. Ничего ценного. Так, огненные шары мне не нужны. Блин, жалко, что игру не... Вот видите, снова там просто яды. Я думал, может, зеленый это противоядие, но, скорее всего, нет. Так, и у меня хпшки мало становится. Ой, блин! Поэтому нужно бочки ломать, собирать еду. Давайте вниз. Так, тут я не был. Да, мне не нужно. Тут есть проход. Еда. Тут снова ядовитая территория. Блин, даже не знаю. Так, а там что-то есть. Там бочка какая-то. Но почему она в решетке? Здесь мы обошли, тут ничего нету. Здесь, ладно, там еще что-то есть. Такой мини-проходик, но мы туда не пойдем. О, так это... А, не, хотел сказать имбовая вещь, потом такой, Как он... Ну, ладно. Не суть. Почему ты бьешь мне в спину? Так, там что-то есть, но оно что-то не прогруженное. Рано, что здесь сундука нету. Так, я что-то активировал. Что, тут нету ничего? О, есть. Странно, что он меня не атакует. Ну блин, за секретки тоже дают по 100 опыта. По 100 опыта, ну... На самом деле, ладно. О, серебряный ключ. Можно что-то прокачать, понятно. Так, а куда мне идти?
Я ж ворота какие-то открыл. Как я ворота открыл? Может быть, я что-то выключил? Вот там какая-то бочка. Здесь есть ворота. Но это проход куда-то в другое место. Здесь я, может быть, что-то упустил. Сейчас посмотрим. О, глупый скелет. Тут как бы тоже ничего нету. Тут ядовитая территория, снова же. Но там есть проход куда-то. Однако я не знаю, как туда попасть, так, чтобы меня не убило. Есть вариант, как я уже сказал, просто пробежать. И в этот момент хилиться. В принципе, если так, тогда да. Ого, я серебряный ключ еще использую. Ради чего? Ради еще одного серебряного ключа и золотого. Неплохо. Теперь я буду и ураган улучшать. Молнию и ураган. Ну пока что ураган будем улучшать. Ладно, тыков у меня много. А как иначе там пройти? Типа дым не выключается. А другого способа именно пробежать через вот это дерьмо я не вижу. Не, есть скорее всего вероятность искать секретные проходы, как я только что нашел. Ну ладно, побежали. Бим-бим-бим-бим. Так, сейчас побольше будет урона, поэтому быстрее будет убивать. Ой, развеивается. Оно успевает убить. Вот опять, мне кажется, помигало, нет? Так, заваленный проход. Очередной заваленный проход. В принципе, если динамит сюда метнуть... Пускай лучше так. Мать, у меня уже яблок нету. Вот, могу что-то прокачать. А, это динамит. А-а-а.
И как его взорвать? И? Ну? Например... Окей. Но, скорее всего, мог и просто бомбу использовать. Ну, а чем я мог поджечь? Вот и за эти яйца вам говорил. Тут мне не нравится обстановочка. А, тут такой вот был бы босс в кристальной пещере. На это морда. О, там золотой сундук есть. О, что это было? А, нихера. Я понял, что это было. Нихера. Нихера. Ух, ну хотя бы челюсти нашел. Ну, хп я не уверен, чтобы в каче. Давайте. Да вообще не знаю, что вкачивать. Мне нужно защита щита делать. И урон мне нужно. Ой, тихо. Нет, там не вот такая херь, ребят, которая ядом гуляет. Там обычная. Но зато мне и ключи дали. И всего многого, всего. А, он еще и яйца плодил, оказывается. Ладно, так нормально. Но это было все равно жопа. Активируем рычаг. Тут я не вижу, что улучшать. Мне главное, чтобы это убрало дым. Хотя это откроет ворота там, где была бочка с динамитом. Давай что-то ценное, очень ценное. Я думаю, топоров там будет 20-22. 29. Вау. Вау. И это, ребят, топор, это что-то с чем-то. Значит, босс того стоило. Но все равно я много яблок потратил. Хотя у меня тыквы много, у меня много окорочка. Ну, в принципе, ладно, нормально. Так, а теперь понять, куда мне... Вот, сюда. По карте что у нас? Ничего у нас. Подзорвать я... Подзорвать я не знаю как. Но это, смотрите, это выход в другое место. И яд, да, немножко, так сказать, улетучился.
нифига, тут еще один есть сундук. Тратить золотой ключ в обмен на серый. Хотя я матрешку сейчас получу. Хотя, что мне от этой матрешки? Может, мне нужно не три куба сюда кинуть, а кинуть один куб, но в правильном порядке. Или нет? Тогда пойдемте искать кубы. Но матрешки, мне кажется, это реликвия, может, как раз, которую говорит у тебя, что мне нужно было украсть. Но так квадратных кирпичей я тут не вижу. А, вот вижу один. Да, так я вижу один. Нужно будет его сейчас перенести сюда на центр. Давай, серебряный ключ, серебряный ключ, серебряный ключ и... Ну, алмазики, ладно. Так, пока лежу здесь, мы пойдем поговорим с этим. Вот зубы. Ты смог выжить в жутком колодце? Это невероятно. Расскажи скорее, что там на дне. На дне сидел лютый зверь. Там была целая армия монстров. Я справился с голыми руками. Больше он вас не побеспокоит. И великий воин, назначаю тебя нашим почетным гостем. Отныне белые цилиндры твои друзья. Прими это скромный дар в знак уважения. Ух ты ж. А, ну... Шлем Валькирии. Так, нужно будет сходить сейчас попродавать шмотки. И сейчас мы еще с вами матрёху заберем. Так, ладно, это тогда мы в центр переносим. И побежали искать еще один второй. Так, здесь откопать можно. Вот видите, они летают. Это квестовый предмет, как я понимаю, будет. Окей. Значит, я ошибся. Пиковка. Замечу, что я не вижу еще одного камня. На что я трачу серебряный ключ? Жопа. Просто жопа. Итого у нас только два камня, да? Квадратных. Мы уже узнали, что я так просто быстрее передвигаюсь. Блин, а где все-таки тогда находится второй? Может, где-то здесь за стенкой спрятан? Но мне по-любому не три нужно, чтобы стояло. Или это все-таки три? Не, все-таки три. Тогда мне остается только искать. Потому что два мы нашли. Хорошо. Матрешка мне по-любому это нужна. А камень я именно так нигде не вижу. Скорее всего, где-то он спрятан вот за такими вот прозрачными стенами. Либо я не знаю.
то, что как бы так, но здесь больше ничего такого нету. Угу. А наверху что-то было, я не помню. Наверху, по-моему, больше ничего не было. Здесь ничего, здесь ничего. Нету ничего, ребят. Я не знаю. Ну просто понимаете, если я на врагов нападаю, да, вот типа атакую их, а не беру задания, то они мне просто в награду дают свои, типа, предметы, как я понимаю. Если бы я сказал, что давай мы атакуемся, и я бы дрался всеми этими. А так я стал почетным гостем. Подожди, а тут, кажется, этот есть. Или тут нету? Можно персонажа будет попозже почитать. Блин, я хочу найти камень. Где третий камень? Не, ну это бред. Я думаю, вот здесь что-то будет. Здесь что-то есть как бы. Но не просто что... Хотя, может быть, для выступлений. Не знаю. Ладно. Как бы то ни было, здесь ничего нету. Вообще. По нулям. Одного квадрата. Вот, вот здесь что-то должно быть. Вот, в этом вот месте. Даже, тут даже темнота, смотрите, немного... Вот, видите? Вот это куб черный. А здесь что-то есть. Туда как-то попасть можно. Вопрос как? Я в белом цилиндре. Здесь должен быть проход. Только от нее здесь прохода нету. И это странно. Есть рычаг, но я не понимаю, что он делает. Может, мне нужно рычаги теперь в правильном порядке сделать? Так, рычаг у нас только там и туда. Вот там рычаг. И здесь вот рычаг. Давайте, ладно, еще здесь посмотрю и буду заканчивать. Но я нашел, там где-то должен быть проход. Потому что... А, вот есть, смотрите, проход. Это же стена выдвижная, ребят. Если так, то здесь, значит, где-то кнопка должна быть. Если кнопки нету, значит, скорее всего, можно взорвать проход. И я как раз это сейчас попробую сделать.
Нет, ну вы видите, тут очертания есть. Ну, черт. Ладненько, давайте тогда на этом заканчивать. Я еще полазю, посмотрю, если еще продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.